наконец-то мне повезло. Вижу дизастер своими собственными глазами. Значит, что тут у нас происходит? Что-то горит. Что горит? Горит. Горит машина. А что она горит, кстати говоря? Хорошо, кстати, горит. Вот горит, так горит. О. Интересно. Без комментариев. Пожарные еще не приехали. Только это полицейская машина. Пожарные, поехали, да. Полетели голубчики. Да, видать, разгорелось только-только. Вот. Прямо из первых рук. Ну, я думаю, очень быстро потушим. Вот. Не успела проехать одна пожарная. Смотрю, он уже вторая кочегарит. Я буквально, ну, считанные секунды. Вон, вторая пожарная поехала. Я не удивлюсь, если сейчас я еще буквально проеду, наверное, секунд 30 и поеду скорая помощь. Стопудово. Скорее всего, еще и одна или две машины скорой помощи будут. Скорой помощи не увидел, зато летит еще одна полицейская машина. А нет, или какой-то специальный вообще агрегат тоже летит. Скорее всего, по душу где той же самой машины. Надо камеру не убирать. Сидели с маленькой женой увлекательный фильм, и вдруг ни с того ни с сего раздался характерный звук сирены, и вот буквально к моим апартаментам подъехал сразу две машины. Первая — это вот такой вот, даже не знаю, как назвать, автобус такой с надписью «Omaha Fire Rescue», а вторая же непосредственно пожарная машина. Ну, пожара я как такового не вижу. Скорее всего, проблема вот находится в том доме, который напротив, потому что сидел какой-то мужик на крыльце. Как только машины подъехали, один из, ну, скажем так, людей, которые сидели за рулем, вышли и пошли в комнату, к нему туда, вот в домик. Скорее всего, видимо, просто у кого-то проблемы со здоровьем. Просто те, кто не живут в Америке, не знают специфики. Дело в том, что достаточно вам плохо себя почувствовать и набрать номер 911, как вам сразу же приедет одна из трех машин, которая будет поблизости. Это будет или пожарная, или скорая помощь, или полиция. Каждая из этих машин, экипаж имеется в виду, имеет необходимое оборудование для того, что если человеку стало плохо, есть даже набор каких-то необходимых медицинских инструментов, дефибриллятор, и, соответственно, и полиция, и пожарные, и тем более скорая помощь имеют опыт и сертификат по оказанию первой медицинской помощи. Поэтому вот, частенько иногда пожарные приезжают, если находятся рядышком, раньше, чем скорая помощь. Ну, видимо, сегодня тот самый случай, потому что никаких пожарных явлений я здесь не вижу. Но постоим еще буквально чуть-чуть, посмотрим, что будет дальше. Сейчас у нас ночь, приблизительно 2 часа ночи, поэтому сирены, с которой они приехали, были, ну, скажем так, в таком ночном режиме, чтобы не перебудить весь квартал. Потому что обычно еще основная сирена, это когда эти машины несутся с огромной скоростью по трассе, и каждая секунда дорога. Вот, тогда они включают специальную такую громкую сирену, а сейчас была тихая сирена.